Радиостанция «Европа Плюс» установила рекорд для книги Гиннесса. Ведущие утреннего шоу «Бригада У» вышли в эфир из самой северной точки планеты в истории радиовещания – архипелага Шпицберген. Дело в том, что такого еще никто из радиостанций в мире не делал, и мы стали первыми, и, конечно же, мы чувствуем себя героями. Путь до Шпицбергена составил более 5500 километров. Первая команда отправилась на автомобилях, вторая – на самолетах. Когда мы прилетели на архипелаг, после дороги самолетами, после перелета нам предстояла еще дорога по суше. Это 5 часов 4, от 4 до 6, я называю так, дорогу часов на снегоходах. И именно тогда, когда мы прилетели, мы попали в самый холодный день зимы. Согреваться команде помогали химические грелки и специальное снаряжение, включающее шлемы, утепленные перчатки и куртки. Подготовка к установке рекорда заняла около полугода, и все в режиме строжайшей секретности. Это настолько секретная была информация. Во-первых, никто до конца не мог понять там о датах, а может быть что-то пойдет не так. Ну, в общем, было много нюансов, которые могли сорвать эту поездку, и нам вообще нельзя было рассказывать. Чтобы рекорд зарегистрировали, нужно было соблюсти ряд условий. В их числе уникальность достижения, отсутствие повторяющихся рубрик и песен в момент трехчасового эфира, а также наличие специальных людей. Представителя книги рекордов Гиннесса, геодезиста и независимых свидетелей. Плюс еще должны были быть специальные люди-свидетели, которые не связаны с нами, не наши друзья. Вот там один человек в Москве, который тоже фиксирует, что действительно мы в эфире, все классно, все идет. Команда радиостанции «Европа Плюс» уже обдумывает свой следующий рекорд, но никаких подробностей о нем пока не раскрывает.